Сегодня на одном из волгоградских предприятий прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного возгорания. В них приняли участие сотрудники пожарной охраны региона, службы спасения и медицинские работники. Внимание всем, говорит начальник смены электростанции Махалин. По тренировке ДПФ и нас, цехов, прибыть с первичными средствами пожаротушения к северным и западным воротам турбинного отделения. По легенде, учения из-за нарушения правил пожарной безопасности во время ремонтных работ на предприятии произошла разгерметизация маслопровода одного из турбогенераторов. Это привело к воспламенению и выбросу в воздух вредных веществ. Также образовалась густая пелена дыма. Работники цеха, где произошло условное возгорание, вызвали пожарную охрану и начали покидать здание. Сегодня проводились пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на Волгоградской ГРЭС. По замыслу учения тушили пожар на турбогенераторе, розлив масла. Цель учения – отработка навыков и способов тушения таких пожаров в производственных зданиях, а также взаимодействие между персоналом объекта и экстренными службами города. Риск возникновения пожара существует всегда. Сейчас пожароопасный период. Ремонтные работы мы все равно проводим в настоящем оборудовании. Конечно, такая ситуация, которую мы сейчас проигрывали, она вполне реальна. И эта тренировка, эти учения, они показали, что и наш персонал готов. Благодаря слаженным действиям спасателей, сотрудников предприятия, условное возгорание было ликвидировано в короткие сроки, а оборудованию нанесен минимальный ущерб. В учениях были задействованы подразделения пожарной охраны, сотрудники муниципальной службы спасения Волгограда и медики. Екатерина Караваева, телекомпания «Ахтуба».